То есть комиссия, то есть у нас очень важный инструмент сегодня в руках, вот он прямо сидит здесь, это комиссия. От комиссии по экологии зависит, ну, 90% успеха, насколько правильно, квалифицированно будет подготовлено, аргументировано решение существующих проблем в городе Киеве по экологии. От каждого района делегируется заинтересованное лицо, которое будет лбом прошибать эту всю проблематику, которая существует в районах. А комиссия сегодня клятвенно должна пообещать, что они примут на работу в рабочую группу, на заседание комиссии, на еще какие-то, на тот формат, который вместе с вами будет отработан, все болевые точки по всем районам, концептуально остановить эту глобализацию, урбанизацию и прочего, которое в городе Киеве происходит. И тогда это будет аргумент, когда мы вместе с вами подготовим нормальный документ и будем иметь возможность защищать против этих. У нас такое решение уже есть. Я вас перебью. А почему оно не работает? Оно только сейчас вот вырисовывается. Поэтому оно раз адресовали, ну, во-первых, клятвенно есть порядок, каждый депутат задавал сейчас. Представлю, да. Ну, я могу сказать за себя, что когда жители ко мне обращаются от моего округа, в частности, там незаконная заправка, и мы на рабочей группе газовая рассматривали как экологическое влияние этих газовых заправок, ну и в частности они незаконно стоят, то те люди, которые обращались ко мне, я их предупредил, и они присутствовали, обычные граждане, на работе этой группы. На комиссии вы тоже имеете право приходить. Давайте мы будем решать сейчас.